В День защитника Отечества не забыли и о подвиге тех, кто прошел и пережил Великую Отечественную войну. В честь 75-летия Победы глава Люберец Владимир Ружицкий вручил ветеранам юбилейные медали. На торжественную церемонию приехала и наша съемочная группа. В этот знаковый день они надели свои ордена и собрались, чтобы вспомнить еще об одном большом празднике – 75-й годовщине Великой Победы. Это праздник, наша гордость, что мы, не мы, смогли преодолеть такого страшного бандита, нациста Гитлера, Адольфа Гитлера. Победа – это на весь мир однозначно. За столом участники боевых действий, дети войны, блокадники – все те, для кого эта юбилейная дата имеет особое значение. Я сегодня хотел бы сказать всем вам огромное спасибо. Всем спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы есть. Я каждому хотел бы пожелать долголетия. Вы можете нас рассчитывать, потому что мы перед вами в долгу. Я вам говорю всем спасибо, самое доброе пожелание. Теперь на мундирах героев будет на одну медаль больше. 30 ветеранов и участников войны получили из рук главы Люберец юбилейные медали к 75-летию Победы. Виновники торжества, в свою очередь, исполнили любимые фронтовые песни. Луиза Егязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.